В Приморском крае суд вынес обвинительный приговор 26- и 36-летним мужчинам, причастным к производству и сбыту синтетических наркотиков. В 2020 году полицейскими был задокументирован факт сбыта наркотического средства через легендированного покупателя. В декабре этого же года была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили подпольную нарколабораторию и изъяли свыше 3 килограммов различных химических веществ, реактивы и лабораторное оборудование для изготовления наркотиков синтетической группы, упаковочные материалы. Были изъяты мобильные телефоны и банковские карты подозреваемых. В отношении приморцев были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере, а также пунктом Г части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления против общественной нравственности и здоровья населения и назначил им наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.